Давайте в него еще постреляем, чтобы он не рассвет свечу. Мы убили босса Тенгу, ничем особо не примечательным он оказался. Всем привет, с вами Андрей, у нас Shadow Pixel Dungeon. Прохождение мага. Собственно, у нас вот такой вот сид. Вот такие вот способности в данный момент. Тут, в принципе, можно вот это прокачать. При использовании магом свитка получится 3 выстрела плюс 2. В теории будет неплохо. Как вариант, по крайней мере. Вот, собственно. Мы перешли к тому, что подошли к боссу Тенгу. Босс Тенгу. Собственно, переодеваем кольцо стихии с толпинкой, потому что меньше урона получать. Как и так же стоит почитать перебили, хорошо просто поспать. Ну и наши стопы немножко подрастут. Собственно, давайте убедимся в том, что мы сможем стоять, мы стоять не сможем. Наша задача убить Тенгу. Серьезно, палочка трансфузии. Ой, блин. Оно пойдет в целом. Давайте забьем Тенгу по-быстрому. Чтобы он не отсвечивал. Ну вот тут чуть немножко что-то здоровье многовато стало. Подождем, пока наш танк подерется немножко с ним. Мы бы, конечно, могли бы его полечить. Я думаю, сейчас мы так это и сделаем. Немножко себя полечим. Ну, собственно, Тенгу закончил. Восстановим некоторое количество палочек, насколько это возможно в нашем случае. А, собственно, финальная сцена. Мы с ним не готовы драться. Но у нас, в принципе, ничего не должно сгореть, по крайней мере. Будем, скорее всего, использовать лечилки, потому что в остальном мы просто не готовы. Горели, это ожидаемо. Мы должны были подгореть. А следующее, скорее всего, мы погибнем. Либо давайте попробуем немножко перелететь. Нам он именно магии бьет. Из-за этого нам очень тяжело. Да все неплохо. Давайте полечим свое здоровье. Кидаем в него сюрикен. Тут что-то много немного дыма стало. Наверное, Тенгу на костре давно не было.
Может, у него еще подстреляем, чтобы он не раздал свечи. Мы убили босса Тенга, ничем особо не примечательным не казалось. Потратили одно зелье и все заряды паучи, которые у нас были. Вот, как-то так. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей, всем пока.